Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды первого банка мониторинга fairmonitor.com. И на этот раз мы предлагаем вам рассмотреть один из фондов, который с недавнего времени разместился в разделе VIP-листинг нашего хайп-монитора. Проект Bay Invest со слов его администрации является официально зарегистрированной компанией, которая в качестве сферы своей деятельности выбрала инвестиции в коммерческую недвижимость по всему миру. Суть их заработка заключается в том, что Bay Invest приобретает на аукционах объекты недвижимости и после их реконструкции перепродает по повышенной цене. В принципе, бизнес это достаточно выгодный, и при правильном подходе можно рассчитывать на неплохое вознаграждение по инвестициям. Сайт проекта выполнен достаточно неплохо. Отметим тот факт, что он обладает приятным авторским дизайном, работает на уникальном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных от компании Комода. В надежной защите интернет-портала Bay Invest, ровно как и в словах его руководства о легальной деятельности, можно убедиться, взглянув в адресную строку сайта. Там находится зеленая полоска Green Bar, которая является ярким индикатором надежности проекта. Маркетинг Bay Invest представлен семью тарифными планами, часть из которых характеризуется ежедневным регламентом начисления прибыли, а часть имеет возврат депозита и процентов в конце инвестиционного периода. И начнем мы с автор-планов. Bay House имеет общий размер возврата средств 140% от номинала вклада после 10 дней. Bay Office обеспечит выплату 195% при 20-дневном сроке работы инвестиции. И Bay Apartments принесет общий возврат средств на уровне 250% по истечению 30 календарных дней. Для этих тарифов предусмотрены лимиты по вкладам от $10 до 100 тысяч условных единиц. Следующая линейка тарифов обладает ежесуточным начислением прибыли. Bay Restaurants на пожизненной основе будет приносить по 3,5% начислений в сутки при вкладе соразмерным для линейки After Plans. Bay Hotels обладает суточным размером прибыли в 1,75%, сроком работы вклада в 15 дней и размерами депозита от 10 до $2000 США. Bay Villas на протяжении 25 дней обеспечит инвестора со вкладом от 500 до $10,000 прибылью в 2,16% в сутки. Bay Resorts при депозите от $2000 на протяжении 45 дней будет ежедневно приносить по 2,7% начислений. Для всех этих тарифов, кроме Bay Restaurants, предусмотрен возврат тела вклада в конце срока его работы. Платежные системы фонда – это Perfect Money, Payeer и Bitcoin. Также внизу сайта имеются логотипы Visa и MasterCard, но в данный момент возможности пополнения баланса с этих систем мы не нашли. Согласно информации, что имеется на сайте, все выплаты обрабатываются моментально, но в некоторых случаях вывод может быть обработан в ручном режиме с регламентом до 12 бизнес-часов с момента создания заявки на выплату. Партнерская программа Bay Invest позволяет получать вознаграждение до 11% от суммы депозита ваших партнеров первого уровня. Стоит отметить, что размер реферальных отчислений зависит от количества ваших партнеров. Так, при наличии от 1 до 5 рефералов комиссия составит 1%. При количестве партнеров от 6 до 15 человек уже 3%. Далее 7% при размере структуры от 16 до 40 рефералов и максимальные 11% при наличии не менее чем 41 партнера. Также есть возможность увеличить размер реферального вознаграждения, получив статус представитель Bay Invest. В таком случае размер реферальной комиссии будет составлять до 15% от суммы вклада лично приглашенных партнеров. Для получения этого статуса вам необходимо иметь депозит от $400 и подать соответствующее заявление в поддержку проекта. Личный кабинет инвестора прост и понятен. На главной его странице представлена основная информация вашей учетной записи и ссылки для ввода-вывода средств, а в разделах «Что слева» дополнительно можно посмотреть участников своей структуры, установить настройки аккаунта и узнать историю движения средств по вашему счету. Поддержка пользователей Bay Invest представлена системой тикетов, адресом электронной почты администрации, онлайн-помощником на сайте и номером телефона горячей линии. Собственно, дорогие друзья, на этом у нас все. Следите за новостями этого и других проектов на нашем портале fairmonitor.com и в нашем чате в Telegram. Всего наилучшего и до новых приятных встреч!